Раз-два. О, камера включилась. Здорово. Мой день. И... Ладно, макушка особо никому не нужна. Что тут происходит? Ничего не помню. Чё хотел? Свое видео, которое записал в последний раз, я не просмотрел. И уже не помню, что я там делал, что планировал. В тетрадку вроде ничего не записал. А, камеру не поднял. Ну ладно, в следующий раз подниму. Когда-нибудь. Так. Что тут записано? Ту-ту. А, к разной схемке. В общем, нужно сырье. Сырьем обеспечить надо первую базу, уже поезда надо сделать. Энергию подать. Атомную надо. Что это такое? А! Атомный реактор, две штуки. И у меня один уже, да? В инвентаре нету. Так, сколько тут... О! О! 235-й уран появился. А чё поезд не едет? Сырья нету. Ага. Потому что он у меня не автоматический. И давно так интересно. Ошибок нету. Все, поехали. Поехал, дружок. Давай, на погрузку. На, потерял я немножко времени. Неизвестно, сколько стоял этот поезд. Поставлю я два атомных реактора. Где-то недалеко поставлю. Крутить... Не крутится даже. Ой-ой! Что такое? А, мины. Подумаешь, мины. Итак, атомный реактор поставлю здесь две штуки. Соседский бонус. Это как? Так что ли? Так можно? Да. Звонят. Так, запись идет? Да, запись идет. Вот я их поставил вместе. Какое топливо нужно? У меня такого нету. А где оно производится? Такое топливо. Интересно. Где ж такое топливо производится? Надо посмотреть. Оу! А где производится, я не вижу. А. Где хочешь производится. Железо надо только заказать. Сейчас роботы принесут мне железо. Сколько я атомных реакторов уже? Два все еще. Пум-пум. Ну где же атомное уже? Где же уран? Так, и нужно поставить еще центрифуг... А, Коварекс. Коварекс. Что тут у меня? Что сломалось? Ничего не сломалось.
Кварекс в чем? А, в центрифуге делается. Нет, кварекс это не скоро я могу сделать. Много топлива нужно. Много нужно ядерного топлива. Пушку потерял. Пушку потерял, ух ты. Мелок моха. А где мины здесь? Мин нет. Мин нет. Ну, так, надо мины же ставить. Сколько уже? О, 383 тысячи урона нанесла пушка. Артиллерия данная. Где мое железо? Где же этот поезд-то? С урановым топливом. Погружай на погрузке. Нету этого. Нету радара здесь, не стоит. Ну, поезд стоит. Поезд стоит на своей станции. Погружается там он топливом. Идет топливо туда, не идет. Сейчас. Уран. Урановая руда. Я не вижу. Погрузится. А вот железо прилетело. Железо прилетело. Еще 4 робота. Раз робот, два робот. 3 робота, 4 робота. И еще робот. Последний. Так, ну и алло, я могу и сделать топливную ячейку. Одну. А, уран. Давай возьму. Опа. Десять урановых топливных ячеек получилось. Где поставить атомные реакторы? А где их поставил? Опля. И дальше что? А, что пишется? О, нагревается. Уже работает. Так, этот реактор не знаю, как ставить-то. Нагревается, потребляет топливо уже. О, приехал поезд с ураном. Все работает. Заработала. Машинка. А где же модули? Сюда же модули надо ставить. Производство продуктивное. Ай, вот я глупый сотворил. Модули, модули. Сейчас прилетят. Беда, беда. А, сеть есть. Просто энергия закончилась. Но сеть есть. А как могла энергия закончиться? Вот это дела. Да, надо больше урана. Определенно. Сундучок, что ли, поставить? Поставлю сундук я сюда.
пусть так будет. Небольшой буфер будет. Модули летят. Модули летят. Ага. Четыре модуля есть. Не хватит. Давай, теперь два модуля есть. В центрифуге. Она потребляет на тревогу у меня. О, мегаватт потребляет. Нормально так. Спасибо, робот. Сюда надо этот самый манипулятор другой поставить. Чего не хватает? Красных схем не хватает. Красные схемы дефицит на этой базе. Болит нога, больно сидеть. Так, ну что делать с ядерным реактором с этим? Оу, ячейка уже пропала. Ячейку надо вытащить. Ну пусть будет так. Дарбопорт поставлю. Так, теперь нужно что-то построить, чтобы тепло сделать. Так, турбины. Трубы, теплообменники, турбины. Как это ставить, как это строить, я не знаю. Это мне не нужно, это лишнее. Ну ладно, по трубе я сделаю. Так, ладно, надо заказать трубы. Короче, сталь нужна. Мне нужна сталь. Много. Сюда нужны шестеренки. Сюда сталь. Сюда сталь. Правильно сделал, опять же, надо сундук все-таки не себя делать, а сундук. Шестеренки.
стали. 300. А у себя уберу. Жду сталь и шестеренки. Ну, поезд уехал. За Ураном. Концентрифугу одну еще поставлю я. Она будет мне производить нужно 5 ячеек. Какая-то из чего делается? О, это дорогое топливо. Из 35-го урана. Запрашивать будем ячейки пустые. О, робот полетел уже. Забрал. Что есть. Ох, как много надо стали. Стали нужна куча. Чего еще не хватает? Медь нужна. Закажем медь. Медные пластины полетели. Нагрелся? О, 1000 градусов по Цельсию. Теперь температура реактора у этого. И у этого температура нагрелась. Чуть-чуть холоднее. Почему-то. Так, ну давай трубу поставлю я. О, тепло идет, видно. По трубам и тепло идет. Закончились трубы.
что дальше делать. Так, немного железа надо запросить. Железных пластин. Нет, побольше. Немного, это чуть побольше. 500. Все-таки далеко. Пока долетят. Шестеренки надо все-таки опять заказать. Они не пошли. Жду, пока прилетит медь. Без меди делать мне нечего здесь. Пар должен пойти. А! Вода же должна быть. Мне надо сюда воду протаскивать. Вот в турбине-то вода есть. Все, посмотрим. А вот есть у меня один теплообменник. Ну да, вот она. Вода. А, вижу теперь схему. Вижу теперь, как должно быть что. Все, вопросов нет. Положение только. Теперь мне нужна помпа. Не такая. Насос нужен водозаборный. Насос водозаборный. Насос где он? Нет, а это для вагонов. Для железной дороги. Помпа. А другая помпа где? Чё-то не вижу. Больно сидеть. Ах, нога левая болит. А, вот она. И нужны теперь просто трубы. Есть трубы. Просто трубы есть. Что сломали? О, вышку сломали. Гады. Участок у меня, огромный участок у меня без электричества стал. Образовался. Так, нужно запросить стены. Запросить стены. Появилась. Так, может, могу вторую ячейку топливную сделать? Нет, не могу. Я это автоматизирую, пожалуй.
Да, будут. А, сюда два сундучка надо синих поставить. А, куда? Я их поставлю. Нет. Сюда. Вот так. Железо. Сколько надо железа? Не написано. А, написано. 10. Железо. Это и это. Уран такой, сотка. И уран такой, тоже сотка. Слабо. Топливные ячейки будут летать сразу сюда. Подстанцию поставлю. Запросим топливные ячейки. Ой. Так, а, проведу-ка я еще трубу. Турбина одна. Поехали дальше. Что-то я с этим застрял. С водопроводом. Камины только взрываются, больше ничего. А. Что за ерунда-то? А. Так, помпа где у меня? Вот она. Поставил. Началась работа. Все, качает воду. Помпа качает воду. Паровая турбина где-то у меня здесь стоит.
накапливается. А, вода накапливается. Давай подведем тепло уже. Так. Пошло. Пар накопился. Немножко пара. Надо поставить емкость для пару. Конечно же. Пар можно хранить в емкости, в танке. А... Ну, у меня производства танков нет уже, наверное. Где-то были танки лишние. Летят сейчас ко мне. Чего это? Так, что это такое? Как это здесь оказалось? А! Ячейки использовались. О, осталось чуть-чуть. Куда-то тепло девается все. Типа потери, что ли? Типа потери. Вот это да. Еще электричество не выработало, а теплопотери огромная. Той базе на изоляционные. Нет мин, надо мины тащить. О, ну сейчас притащим, сейчас мне привезут танкеры, танки. А привезли, сейчас их все 7 поставлю. Я их потерял. Вот они. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. О, пар накапливается. И поступает в турбину. А сюда нужно вот станцию. Оп, все, соединились с сетью. Теперь подведу пар просто. И все будет работать. Заработала, ура! Вот, 2 мегаватта, 2 мегаватта дает всего лишь. А всего у меня ночью надо 500 мегаватт. Да. Сложно атомную энергию обуздать будет.
будем тратить. Теперь нужен аккумулятор. В общем, надо взять мины. О, светится все, светится. Мины надо взять. Туда много мин, 1000. Больше даже. Где мины? Вот они. 1000. Полетели. О, жарко. Еще чуть-чуть. Сейчас отвезу мины. Аккумулятор нужно взять. Аккумуляторы и сделать умную схему надо, чтобы просто так пар атомного реактора не использовался. Я не успел ничего. Все, конец игры. Ладно, потом доиграю. Летят мины. Пусть летят. Потом их отвезу. На этом все.